27 сентября Тверь стала столицей IT-технологий. В бизнес-центре на Смоленском 29 начал работу всероссийский IT-форум Digital Days. На форуме, объединившем на одной площадке более 800 представителей сферы из разных регионов России, обсуждали новейшие цифровые технологии и инновационные решения для предприятий. Организаторами события всероссийского масштаба выступили правительство Тверской области и компания Accenture. Форум посетила губернатор Игорь Удень. Все подробности в первом материале выпуска. В холле бизнес-центра «Тверь» в пятницу развернулось большое выставочное пространство, где представили новейшие IT-достижения. Глава региона ознакомился со всеми экспонатами, после чего пообщался с журналистами. Игорь Удень отметил, что сегодня сфера IT является важной и перспективной в связи с развитием цифровой экономики в регионе по разным направлениям. В связи с чем областная власть будет оказывать весомую поддержку компаниям, которые заняты в этой сфере. Новые преференции будут работать уже с нового года. Снижение налогообложения для предприятий индустрии в нашем регионе. Мы по налогу на прибыль снижаемся в 3 раза и в 3,5 раза по налогу на доходы тех компаний, которые работают в индустрии, в том числе работают по патенту. Сейчас мы обсуждаем с депутатами, потому что закон был внесен буквально несколько дней назад в нашу областную думу, в наше законодательное собрание. Я думаю, что после консультаций с депутатами и с федеральным Минфином мы уже озвучим конечные цифры. Ведомство будет заниматься цифровизацией и развитием сферы IT в нашем регионе. Об этом заявил губернатор на пленарной сессии «Цифровая трансформация бизнеса и государства». Сегодня цифровизация проникла во все сферы жизнедеятельности. Практически у каждого человека есть гаджет, выход в интернет, сотовая связь, скачанные мобильные приложения. Основная цель IT-форума в ходе общения с экспертным сообществом – осуществить прорыв цифровой трансформации между бизнесом и государством. В этом году была запущена национальная программа «Цифровая экономика». Глава региона обратил внимание, что главное участие в ее формировании принимает именно бизнес. Подчеркивая значение развития цифровой экономики, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил, это вопрос национальной безопасности и независимости России. Это вопрос конкурентоспособности отечественных компаний, позиции нашей страны на мировой арене на десятилетия вперед. Поэтому в рамках проекта «Цифровая экономика» нам с вами предстоит обеспечить внедрение цифровых технологий и платформенных решений в государственном управлении, экономике и социальной сфере. На форуме, объединившем на одной площадке более 800 представителей сферы из разных регионов России, обсуждали новейшие цифровые технологии и инновационные решения для предприятий. Особое внимание специалистам, которые работают в этой сфере, а именно их образованию. Очень важно сейчас, мне кажется, для каждого региона разработать свою собственную модель компетенций, которую необходимо внедрить как в различные этапы образования, которые существуют и были выше ранее перечислены, так и внедрить непосредственно вот в существующие процессы, которые связаны и с HR-процессами внутри компании, и с поисками сотрудников потенциальных, и с их обучением. А с 1 января в Твери будет создан и начнет работу Центр среднего профессионального и специального образования IT-колледж. По мнению управляющего директора Accenture Russia, Тверская область делает важные и большие шаги для развития сферы IT. Для нас очень это важно, потому что мы считаем, что развитие страны – это развитие людей. И это возможность взрывного роста образования IT-команд и IT-компаний внутри Твери. Поэтому для нас это, безусловно, очень важно, для того, чтобы люди начали думать по-другому, люди обновились, люди видели, какие цифровые технологии используются в России, используются в стране и используются в Твери. Также в первый день форума участники смогли посетить несколько образовательных секций «Тренды цифровизации», IT-компании будущего, цифровое государство, новое IT-поколение. Форум будет работать 2 дня. 28 сентября на площадке бизнес-центра Тверь состоится фестиваль информационных технологий New IT Fest, который станет пространством общения IT-специалистов. Его главная тема – микросервисная архитектура, облачные технологии и agile методология.